Умер российский актер Дмитрий Писаренко. Ему был 61 год. У нас в семье случилось горе. Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать. Написала вдова актера Лариса Бережная в Facebook. Артист перестал выходить на связь с родственниками. Его тело нашли после того, как полиция вскрыла дверь. Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 80-м он окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Актер известен зрителям по ролям Люликова в «Ревизоре», Шувалова в сериале «Михаил Ломоносов», а также Федора Басманова в фильме «Иван Грозный». Причиной смерти стали проблемы с сердцем. О времени и месте прощания родные артиста сообщат позже. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.